Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами делать натюрморт в технике живописи гуашью. Для работы нам понадобится лист акварельной бумаги формата А2, карандаш, мягкий, ластик, лист для палитры, краски гуашевые, кисти, тряпочка, скотч, вода. На первом этапе решаем задачу компоновки. Намечаем мягким карандашом поле композиции. Стараемся ухватить взглядом всю группу предметов. Работаем от общего. Намечаем сразу короткими засечками высоту и ширину силуэта всей группы предметов. Легкими линиями определяем основные направления всей массы и отмечаем линию горизонта. Находим место композиционного центра. Уделяем внимание определению пропорций каждого предмета. На этом этапе идет очень важная работа по поиску образа. Для нас важно не просто повторить, показать конкретный сюжет, а найти настроение, передать свои впечатления от нашего натюрморта. Чтобы избежать грубых ошибок в передаче пропорций, используем метод отношений, то есть постоянно сравниваем части натурной постановки между собой. Изображаем кувшин, стараемся соблюдать основные пропорции. Продолжаем уточнять нашу композицию краской, каким-либо нейтральным цветом – охрой, умброй, натуральной, сиеной или другими слабо насыщенными цветами. Работу ведем тонкой кистью. Уточняем размеры и характер формы каждого фрукта. Подмечаем особенности силуэта. В то же время стараемся удержать общее впечатление от натуры. Вообще подготовительный рисунок для живописи гуашью можно выполнять при определенном опыте сразу кистью. В нашей композиции сегодня много предметов и большой формат листа. Поэтому, чтобы избежать излишних помарок, мы сделали предварительный набросок карандашом. При работе гуашью не нужен подробный, разработанный в деталях рисунок, так как гуашь – краска кроющая и позволяет вносить уточнения в процессе работы. Чтобы обеспечить высокую кроющую способность, в гуашь добавляют белила, но из-за примесей белил она обладает более узким тональным диапазоном. Это приводит к определенным трудностям. При высыхании гуашь становится светлее примерно в 3-4 раза, поэтому при работе гуашью лучше использовать бумажную палитру, чтобы видеть, соответствует ли колер высохшей краске и нужному цвету. Теневая область кувшин будет теплее, поскольку освещение нашей постановки холодное. Стараемся работать энергично, большими пятнами. На данном этапе важно найти большие цветотоновые отношения. Помещаем наш главный предмет в среду. Необходимо сразу определить контрасты. Для этого находим места более глубокие по тону и более насыщенные по цвету. Области тени желательно брать как можно точнее по цвету и работать в один слой. В тенях краска не должна быть плотной. Чтобы глубокие цвета в теневых областях не получились слишком открытые, в краску можно добавить немного черной краски, либо пригасить контрастами дополнительных цветов. Работаем над драпировкой.
Стараемся заполнить цветом все пространство вокруг кувшина. Работу ведем одновременно и в тенях, и на открытых участках. Обозначив большие темные участки, переходим к работе над светлыми областями и предметами. Это наши фрукты – груша, яблоко, лимон, апельсин. Очень важно вести работу последовательно от больших отношений цвета, формы и тона. Ведем постоянный поиск между большими светлыми и темными местами, а также холодными и теплыми пятнами. Это поможет нам не запутаться в тоне. Техника гуаши разнообразна и позволяет сочетать тонкослойное и пастозное письмо. Но превалирует больше, конечно, пастозное, корпусное письмо. Лепка формы мазком. Если необходимо получить яркое пятно, то наносить краску лучше на влажную бумагу в один слой. Но это мы можем наблюдать как раз при работе над светлыми предметами. Над лимоном. Работая над фруктами, мы стремимся передать их свежесть. Пишем сочным мазком, без использования белил. Продолжаем соблюдать тональные отношения. Сравниваем цвета фруктов между собой. Кажется, все груши имеют одинаковую окраску, однако одна расположена чуть ближе к источнику света, две другие имеют более тонкие цветовые нюансы. Одна чуть теплее, другая холоднее. Работу ведем также постепенно. Область тени, рефлексы, область света. Любой цвет в соседстве с другим цветом зрительно изменяет свои свойства. В нашей постановке мы наблюдаем контрасты и по цвету, и по тону. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы один контрастный цвет гармонично сочетался с другим. Для этого нам необходимо где-то ввести более сдержанные оттенки, а где-то наоборот усилить яркость. Обычно яркость усиливают на переднем плане. Дальние планы пишут более мягкими, сдержанными тонами, используя более холодную цветовую гамму. Отталкиваясь от самых темных мест в работе, мы прорабатываем растяжку цвета по свету, сравниваем области тени на драпировке и на предметах, вводим рефлексы, утепляем тени. Далее сравниваем самые теплые и самые холодные цвета. В результате этой работы можно почувствовать общий объем и световой баланс нашей натуры. Ну, это можно сравнить, например, с работой скульптора, где на первом этапе вылепливаются сразу основные отношения форм и больших объемов. Лепка объемов ведется от тени к полутону и свету, от темного к светлому. Еще раз отметим, что живопись не может быть без контрастов тона и цвета. Драпировку прописываем мазком вертикальным. Ну, можно его менять на наклонные.
Теневая сторона драпировки должна быть несколько теплее. В белом предмете будут видны рефлексы от окружающих предметов. В область тени добавляем теплые оттенки, охры, зеленоватые, рефлексы голубоватые от нашей синей драпировки. Удаляющийся край тарелки решаем более холодными оттенками, уводим в глубину. Холодные оттенки удаляют, работаем мазками по форме. Живописный этюд предполагает быстрое выполнение натурной постановки, где в самых общих чертах передаются ее живописно-пластические качества. Для нас важно показать образ свежих сочных фруктов, передать свои впечатления. Еще раз сравниваем самые темные и самые светлые места, самые насыщенные и самые легкие оттенки цвета. На завершающем этапе намечаем детали, блики, вносим небольшие поправки. Лепим виноград. Работу ведем плотным сочным мазком, корректируя, поправляя форму. В гуаше вообще ведут работу от дальнего плана к ближнему. Намечаем падающие тени, вносим общие корректировки. Проверяем, насколько цельно у нас получается наше изображение. Для этого необходимо отойти от работы на некоторое расстояние и посмотреть, не выбиваются ли по цвету элементы. Стараемся охватить натуру взглядом, сравнивая передний план с дальним планом. Более детально прописываем передний план. Работаем с дальним планом. На завершающем этапе ставим основные акценты, выделяем края тарелки,
расставляем блики на блестящих предметах. В нашем случае это керамическая тарелка. Работаем над деталями. Показываем веточки винограда. Расставляем акценты. Корректируем нашу форму, уточняем, поправляем края, сравниваем рефлексы между всеми предметами нашей постановки. Кувшин у нас матовый, поэтому не будет очень блестящих отражений, и рефлексы будут более сдержанными. Мы ставили перед собой задачу сделать быстрый, короткий эмоциональный этюд, и мы считаем, что на данном этапе мы свою задачу решили. Наша работа готова. Этот мастер-класс провела для вас Валикжанина Светлана, доцент кафедры живописи и композиции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.